Увеличить время продажи алкоголя в розничных магазинах предлагают алтайские депутаты. Таким способом парламентарии разрабатывают новый метод борьбы с псевдобарами. Напомню, сейчас региональные органы власти не вправе устанавливать ограничения для продажи алкоголя в общепитах. К ним относятся и псевдобары. Поэтому депутаты решили переключиться на магазины розничной торговли алкоголем. Их они вправе контролировать и вводить дополнительные условия работы. Предложения высказываются такого плана, что давайте мы дадим возможность легальной торговле продавать до 23 часов нормальным магазинам продавать алкоголь, а чтобы какую-то конкуренцию составить псевдобарам. И это очень здраво, я считаю. Логика законотворцев следующая. Если не удается отучить горожан от употребления алкоголя, то попробовать приучить их покупать качественный продукт в магазине, а не жидкость сомнительного качества в псевдобарах. Этот законопроект рассмотрят на одной из ближайших сессий. Вместе с этим депутаты направят в Госдуму предложение по возвращению регионам права регулировать общепиты с функцией продажи розничного алкоголя.